Всем привет, с вами Дмитрий, и вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на страйкбольный привод NPO AEG VSK-94. Это российская снайперская винтовка, созданная на базе малогабаритного автомата 9А91 в Тульском конструкторском бюро приборостроения в 1994 году для ведения снайперского бесшумного и беспламенного огня. Комплект поставки включает привод и механический магазин на 70 шаров, корпус привода, глушитель и магазин, выполненный из стали, покрытый фосфатным лаком для обеспечения большей износоустойчивости. Приклад, пистолетная рукоятка и цевьё выполнены из ударопрочного пластика, а затыльник из резины. Внутри установлен гирбокс третьей версии, мотор базовый с длинным штоком. Внутренний стволик 433 мм с диаметром 6,02. Привод работает от аккумулятора. Советуем использовать трехлепестковые аккумуляторы 11,1 вольта. Отсек для аккумулятора находится в глушителе, разъем на Т-коннекторе. Будьте внимательны, аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят. Для установки прицельных приспособлений привод оснащен интерфейсом «Ласточкин хвост». На прикладе и у цевья имеются антабки для крепления оружейного ремня. Переводчик режимов огня имеет три положения – предохранитель, одиночный режим и автоматический режим. Доступ регулировки камеры HOPUP находится у цевья, регулируется с помощью ползунка. Вес привода 3 кг 211 грамм, длина 90 см. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость вылета шара 151 метр в секунду. Скорострельность 12 выстрелов в секунду. Прицельная дальность 40-45 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и Telegram. Всем пока!